Всем здравствуйте. У нас уже 16 число, 9 месяц, то есть сентябрь. Путешествуем в районе улицы Макаренко, во дворах практически, между домов. Ходим по знакомым и незнакомым для себя местам. Вот у человека в окне библиотека из книжек. К вечеру погода сильно поменялась. Над городом пылевая буря. Дымовой занавес такой. Небо стало оранжевым. Солнце тоже на фоне вот этого оранжевого неба становится более тусклым. Не такое яркое. Оранжевое тоже. Будто бы какое-то солнечное затмение. Небольшое, но все-таки из-за этой пыли, дыма, все так притененно в оранжевых цветах, тонах. Сейчас в центре работает тревога, поэтому сильно мешает говорить. Не держитесь за руки. Очень громко. На площади цветут, как обычно, розы. Оранжевая тень от солнца на асфальте. Даже не заметил, когда убрали отсюда юрту кинотеатра «Восток». Руины и заброшка одновременно. На первом этаже только секонд. И тот закрыт. Не было хорошей рекламы, поэтому бизнес не пошел. Кафешка. Воду здесь продают. Коробейник работает. Всем желаю хорошего настроения. И, конечно же, до скорых встреч. Пока.